Итак, всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на канал. И сегодня мы продолжаем наши миссии с Каталиной. Так. Довольно романтическое путешествие, которое мы проходим с Каталиной. Давайте начнем. Эй, Каталина, это Карл. Come on, let's go. We got banks to rob, baby. Come on, let's go. In here, my amor. All right, come on, let's go. Я даже не хочу комментировать это. Right now, Carl Johnson, or I shove a fucking hand grenade up it. Alright, I'm coming. Look, baby, I really need that paper. Oh my god! What in hell's name is that? This, you fucking prick? This is a rack. I'm gonna no, torture babe. Your sorry no. ass. Please, no. You never write to me. You don't call. You treat me like a fucking whore. Like one of your whores. No, baby, please. I ain't into that shit. I'm gonna fuck you up. Oh, baby, please, no. Please, baby, no. Ow. Hey. Ooh. Ah. Ow. Damn. Oh, shit. Yes. Faster. Harder. Deeper. Oh, yes! 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 Maybe we can go out and rob now? How was it? Different. I knew you would like it. Look, так, ладно, забыли, что сейчас произошло. Продолжаем миссию, я бы сказал. Really I just need the money. And I'm just a cheap fuck? A whore you don't even pay? О, мы уже ее расстраиваем. Carl, I say I'm in love with you. До сих пор интересно, какая она мне отрезала яйца еще. Довольно серьезная женщина. А, ну все, она только что напомнила нам. Страшновато все-таки. Интересная женщина. Так, давайте-ка возьмем еще немного. На всякий случай. Я не думаю, что я вообще в GTA San Andreas. Что-то непонятно, как мы зашли. Кстати, обычно по этим стандартам безопасности обычно все время грабителям дают возможность делать, что они хотят. Так, идеально. Но я не думаю, что за всю эту игру, кроме вот этого, кроме вот этих детонаторов, я их хоть раз использовал бы хотя бы. Думаю, что ни разу. Так, ладно, подрываем. Еще одна фигня непонятная, как они... Ни разу не видел, чтобы кто-то подрывал именно сейф, чтобы достать деньги оттуда. Интересно, как-то не вызывает опаску, что что-то с деньгами может случиться. Типа, прикинь, ты все подорвал, а после этого ты ничего не получаешь. То есть все эти усилия, чтобы ничего не получить. Так. Что-то полиция какая-то неспокойная сейчас, может, нас знает. А, уже 3 звезды. Ладно, я так полагаю, потому что мы начинающие игроки в этом обновлении. Это вообще не вовремя. А нету. А, что она делает? Что она сделала? А мы-то тут при чем? Что за... Ах. Проходим дальше. Я даже не хочу комментировать просто, что это сейчас происходило. Просто подорвала тачку возле нас. Так, ладно, подрываем. Чё?
смысле? Она только что у нас уже это сказала. Какая жалость. Просто согласен с этим. Столько детонатора просрать, только чтобы дверь сломать. Могли ее просто выбить, не знаю. Ладно. Сейчас просто вообще по полному неадеквату сработаем в этой игре. Так, но мы, разумеется, не смотрим. А, я забыл, он там стоит. Прикол просто. Второй раз подряд сначала Каталин сама себя грохает, потом мы ее грохаем. Ладно, все, сейчас вообще без сюрпризов. Делаем просто то, что сказано. А, блин. Я надеюсь, мы не рядом с ней подрываем. Все равно до сих пор угораю, как мы ее грохнули просто по ошибке. Так, взяли кэш. Okay, I got it. About fucking time. You're a fucking slut. Whatever, let's roll. Что, нифига он денег не взял оттуда. Я даже не могу представить, как ты убегаешь один просто с целой горой денег. Потому что, я не знаю, представьте, миллионы купюр. Они весят не знаю сколько. То есть вес стольких купюр, не знаю. Не думаю, что по оценкам можно было бы такое поднимать. Или далеко убегать с подобной вещью. Так. В смысле, а что у нас до сих пор 4 звезды? Хера, непонятно. А, фокус задавили. То есть мы сейчас еще и доигрались немного с этим. Ладно. Так, я только надеюсь, она без сюрпризов их всех грохнет. Потому что нам не нужна подрывающаяся тачка. Это было очень близко. Я не знаю, мы бы точно закончили этот эпизод прямо на месте, если бы она подорвала это рядом с нами еще раз. Что-то как-то слишком жестко. Так, уходим. Take me home now, big man. How we do? Is that all you care about? Money? No, but I really need to pay. Да, что-то она совсем не в духе, она сейчас нас сорвет. Lying crazy about you either. That's just it. How little you know. Может, ее бесит, что мы ее случайно подорвали. Потому что не думаю, что мы ей там, не знаю, сердце разбили и так далее. Так, ну что ж, доехали. Чуть немного кэша в этот раз. Ну ладно, давайте еще раз. Сделано в раю. Damn, what I do now? Do all the fucking same, eh? I see it on television, I read it in books, I hear it in music. Do all the same. Fuck this, fuck that. Well, fuck you! Baby, I'm sorry. I gave to you as a woman. No, no more. From now on, we just business partners, okay? Hey, if that's how меня you want, you mean you break it off? I'm in a really bad fucking mood. Today, I kill everybody who fucks with me. Especially you. Move! Да. Тяжелый характер у нее. Может, нам нужно было притворить, что она нам самому нравится, не знаю. Хотя не думаю, это бы исправило ситуацию. What's wrong? Nothing. I just hate men. Well, give me a break. Here's your break. Your break is you're not on my barbecue being eaten. Well, that's one way of looking at shit, I suppose. Now, try to be a man this time. Drive, lover.
Не, он всерьез не в духе. Не знаю даже, что поделать с этим. Зато мы сделали трюк. This is bulletproof glass. So you can just fuck off, bitch, before I call the sheriff. What are you doing, son? Just give her the cash. Suit yourself, Maricon. Change of plan, Carl. We're taking the tanker. Hey, what you doing? Довольно интересно, как она просто меняет правила. Хотя нет, я бы искал по-другому. Интересно, как у нее все время есть план Б на подобный случай. Another crappy job because of some crazy bitch. Come on, Derek, we're gonna stop those bastards. Do I have to? Так, уходим. Фига он у нас здоровье отнимает быстро. Я так полагаю, нам точно не нужно останавливаться. Хотя я не могу представить, зачем он обстреливает свой же... Не знаю. Свой грузовик, особенно с газом, который он мог бы продать. Что-то не совсем понятно. Ладно, в любом случае. Так, погнали. Хера они устроили. Гаврики. Hello, Mr. Whittaker. Catalina, what have you brought me today? A rig and tanker, full to the brim with premium gas. Never seen it, never saw you, never gave you this wad of cash. Nice not doing business. Likewise. Now get out of here before the cops come snooping. If you ever want to run some freight for me, just drop in. I've always got shit to move. Goodbye. Фига простились. У нас тут целая любовь была, она уже даже не хочет говорить нормальное пока. Ну ладно, по крайней мере мы получили пару косарей. Так, давайте-ка сядем за руль. Так, следующая миссия Цезарь. Давайте-ка на пути купим жилье. Что нам? А, ну с чем это? А как у нас мотоцикл так быстро горит? Что-то хрень полная. Ладно. Я думаю, таким способом мы скоро всю недвигу просто выкупим. Надо еще раз, кстати, попробовать тот трюк с этим... со ставками. Так, угоняем. Так, вообще вовремя. Ну что, трюк со ставками. Я, кстати, его выкладывал на канале, можете посмотреть. Есть, короче, способ проверенный. Даже в этом, в сельских городках можно так делать. Короче, если вы... Короче, ставьте на самую максималку. Если проиграли, то просто перезагружайтесь. И до тех пор, пока у вас не получится выиграть деньги. Это проверенный способ, я уже даже выложил его на канале. Но довольно хороший способ без чит-кодов получить деньги. Что, в принципе, все равно как чит-код. И что ж, на этом мы заканчиваем наш эпизод. В следующем эпизоде мы будем проходить только гонки. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также напоминаю, что у меня есть выпуски на английском языке, поэтому, если кому интересно, просматривайте.
и увидимся в следующем эпизоде.